Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить салат, который называется весенний. Почему он называется весенний, вы узнаете немножко попозже. И если вам интересно, как он готовится, оставайтесь со мной, приготовим его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? На 2 отварных яйца, 1 средний свежий огурец, 1 маленькая баночка зеленого горошка, зеленый лук, горсть и пару щепоток укропа, соль, перец, майонез. Приступаем. Зеленый лук и укроп высыпаем в салатницу. Добавляем щепотку соли и все это перетираем толкушкой. От того, что лук зеленый и укроп будут перетерты, от этого появляется такой вот весенний вкусный запах. Поэтому он и называется салат весенний. По-хорошему перетрите. Огурец нарезаем на 4 части. Яйцо нарезаем средними кусочками, даже чуть-чуть крупноватыми. Добавляем зеленый горошек немного перца. Соль я пока добавлять не буду, потому что я солила укроп и лук. Заправлю салат, попробую, а потом уже посмотрю. Майонез. И все хорошо перемешиваем. Ну что ж, салат готов. Он готовится очень быстро, но получается очень вкусным. Вот за счет толченого зеленого лука и укропа можно добавить петрушечки. Надеюсь, что вам этот салат понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!